Приветствую вас. Давайте разберем наш вопрос. Я работаю вахтовым методом горничной, пишите вы. А я буду останавливаться на каждой вашей фразе достаточно подробно для того, чтобы мы с вами досконально разобрали вот ту ситуацию, в которой вы оказались, потому что есть ощущение такое у меня, что глобально вы, как бы это сказать, глобально вы не понимаете, не очень понимаете вообще, ну, чего вы хотите, да, то есть вот у вас очень мало, на мой взгляд, какой-то осознанности, вот, судя по тексту, да, вот, и как я думаю, это является ключевой вашей проблемы, на мой взгляд. И, соответственно, я очень много внимания буду уделять этому и обращать ваше внимание. Я буду стараться именно на эти вещи, потому что мне кажется, что именно это является самым важным. Ну вот, в ситуации, да, которую вы описываете. Итак, вы работаете вахтовым методом. Первый мой вопрос, как вы в нем оказались? То есть, как вы оказались на месте своей работы? Вот. Пришли ли вы туда сами? Потому что вам этого хотелось, допустим. Или как-то случайно вы оказались на этом месте. Вот. То есть, на мой взгляд, вот эти аспекты нужно рассмотреть. Сейчас моя четвертая вахта, был опыт работы старшим продавцом, но мне очень захотелось на вахту, неважно кем. Ага. Можете ли вы сказать, чего именно вам захотелось? То есть, можете ли вы вот, ну, как-то озвучить, да, чего именно вам хотелось, что вы перешли на вахту, неважно кем. Потому что, по моим ощущениям, вот именно по моим ощущениям, вы как будто бы решили сбежать от чего-то. Чего вам захотелось, что вы пошли на вахту? Втянулась, влюбилась в мужчину на 17 лет старше своего жильца. Пишите вы. Не совсем понятно, что вы имеете в виду, говоря, ну, втянулись, да, вот, то есть, ну, втянулись — это как, что это значит? Для меня, наверное, втянуться означает как-то потерять контакт с собой, да, и перестать понимать вообще, чего я хочу и что я здесь делаю, и для чего я занимаюсь чем занимаюсь. Дальше. Влюбилась в мужчину на 17 лет старше своего жильца. Опять же, это похоже на больше на страсть. Вот. Это похоже как будто бы на то, что вы получили возможность направить
на свою энергию куда-то, то есть в данном случае на, ну, на мужчину, вот, и хотелось бы узнать, хотелось бы понять, скажем так, векторность вот этой, ну, влюбленности, да, вашей. То есть именно векторность хотелось бы понять. Какая направленность у данной влюбленности у вас имеет место быть? Вот. Потому что, опять же, это очень, как я думаю, важный момент. Меня он с самого начала отвергал, но мы все же целовались, всю вахту переписывались, по итогу он все равно разбил мне сердце, уехал, даже не попрощавшись. То есть, правильно ли я понимаю, да, что мужчина вам не давал вот никаких, получается, гарантий, вот. Но вы все равно, значит, на что-то надеялись, вы все равно чего-то ожидали, вот, и по итогу вам причинили боль. А можете ли вы сказать, вот, за счет чего боль у вас, как она образовывается, боль, вот, то есть это, ну, это отвержение человека вас, это какое-то, не знаю, обесценивание вас. Это, ну, что-то еще. Вот. То есть, опять же, есть ли у вас вот в этом смысле какие-то предположения относительно того, что происходит, да, то есть вот, между вами, да, вот, что происходило между вами, и вот, есть ли у вас какие-то идеи, предположения относительно этого, вот, было бы очень здорово, если бы вы об этом, ну, нам сказали, вот, потому что тут, значит, не совсем понятно. Именно поэтому я работать здесь больше не хочу и не могу, пишите вы. А не кажется ли вам в каком-то смысле противоречием вы говорите, что очень сильно хотели на вахту, да, очень сильно хотели работать вахтовым, ну, методом, я так понимаю, вот. Но, как только, значит, мужчина дает вам, получается, отворот-поворот, да, вот, вы тут же теряете интерес к
работе. То есть, ну вот хочется опять же как-то спросить, да, вот, уверены ли вы, значит, ну, в том, что делается, да, вот, потому что, ну, для человека, который очень получается сильно хотел работать, да, ну, вахтовым, вахтовым методом, вот, вы как-то довольно резко, на мой взгляд, переключились, вот, ну, на что-то другое. Вот. И, соответственно, такая перемена, да, она, конечно, свидетельствует, вот, в первую очередь о том, как мне кажется, что вы не очень понимаете, значит, ну, свои мотивы. Вот. И, может быть, вам было бы весьма полезно разобрать вот то, какие у вас мотивы, да? То есть, ну, для чего вы это делаете? Зачем вы это делаете? Я имею в виду, вот, пошли на вахту, от чего вы, значит, ну, бежали, да, от чего вы пытались уйти, и собственно, что вы надеялись найти, да, вот. Понимаете ли вы, как получилось так, что когда вот у вас завершились отношения с мужчиной, да, вы тут же как-то, ну, расхотели, значит, ну, работать, да, расхотели на этом месте быть, хотя до этого вроде как вы очень сильно к этому, ну, получается, тяготели, да, вот, поэтому хотелось бы вот этот момент несколько тоже преследовать, вот, для того, чтобы, ну, как-то лучше понимать, что вы переживаете. Сама работа неблагодарная, но я себя чувствую свободно, условия проживания очень хорошие. Что это значит? Ну, буквально. Буквально, что это значит, когда вы говорите, что условия проживания хорошие, и, значит, вы чувствуете себя свободно. За счет чего, простите, вы себя чувствуете свободно? Вот. То есть что делает вас свободны, вот. Понимаете ли вы это, отдаете ли вы себе отчет в этом, вот, и, собственно говоря, вот это очень, как мне кажется, важный момент, потому что пока получается, что вы просто слепо, да, вот к какому-то месту привязались в плане свободы, но не очень понимаете, что ее образовывает. Так, в это же самое время, когда я была влюблена, со мной познакомился парень с кухни, и я решила от безысходности встречаться с ним. Вы понимаете сами, да, вот, ну, как это звучит.
безысходность, вот, решила встречаться вот безысходности с человеком. То есть, ну, вот просто, понимаете ли вы, как это звучит? Да, вот. Что такое ощущение, да, что вам, ну, некуда себя примкнуть. Вот. То есть вам некомфортно наедине с собой, возможно, вот. Вы пытаетесь, значит, ну, получить любовь, то есть вы ищете любовь, вот. И ищете, ну, может быть, еще какие-то потребности свои. Пытаетесь реализовать, да? Вот. Вот очень было бы неплохо тоже понять, что это за потребности такие у вас, что они из себя представляют вообще. И какая такая безысходность? То есть, как вы понимаете, что это безысходность? Он неплохой, очень умный, в дальнейшем перешел в вагончики работать, зовет меня с собой, он поваром, я его помощником. Там выше зарплата, я постоянно колеблюсь, то уверенность, что буду с ним работать, то не хочу. Ну да, это связано с тем, как я думаю, это связано с тем, что вы вот, ну, не чувствуете, что вам нужно вообще. То есть это связано с тем, что вы не очень понимаете, куда двигаетесь и куда хотите двигаться, отсюда колебания. Вот, потому что ни один из вариантов вас полностью не устраивает, да? И выбор вам сделать сложно. Так, дальше. У моего парня, это уже ваш парень, условия хуже, и работать мне придется не по 3 месяца, не по 1,5, а переживаю, что будет командовать мной. А чего так? То есть вы себя, получается, еще и обесцениваете? Вот. Если я правильно понял, вы себя, получается, еще и обесцениваете. Откуда это? С чего вы решили, что он будет вами командовать? Вот. Что на это указывает, что он будет вами командовать, да? Вот. Может быть, вам хотелось бы где-то, как-то, кем-то командовать? Вот. То есть, ну, откуда вот, откуда такие интересные мысли про командование и прочее? Вот, хотелось бы тоже это понять. До сих пор не наблюдается, помогите, пожалуйста, как мне принять решение, остаться, перейти или найти другую работу, я очень маюсь. Что составляет ваше маяние? Это первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание. То есть буквально, что из себя представляет это. Дальше. Психологи не те фигуры, которые дают совет, это нужно понимать. Вот. Поэтому я думаю, что лучше, что мы можем для вас сделать, это помочь вам в себе разобраться. Вот. То есть помочь вам лучше себя понимать. Вот. Но для этого нужна психотерапия. И как можно более полная картинка того, что с вами происходит, вот, и чего вы хотите. Ну, то есть, какие конфликты внутренние, да, у вас наблюдаются. Вот. Было бы очень здорово, если бы мы смогли вот на эти вопросы найти ответы. Вот. Поэтому, извините, да, но вот психологи не дают советов и не решают, собственно, за человека. Вот.
чего ему делать. Вот. Я понимаю, что вам хотелось бы, вот, может быть, чтобы это было так, вот. Но у нас есть определенные ограничения. Вот. То, что я вижу, это низкий уровень осознанности, заниженная самооценка, вот, и желание раствориться в другом, то есть бегство от самого себя, от самого себя, простите. Вот. Ну, с этим вам можно более чем помочь. Удачи, всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу.